5, вот как раз. Да, уебал ему, дай. Не, кинь еще раз одно это ледяного. Во-во-во, кинь нету. Как ее? Двойку, потом шестерку. Там мои бить что-нибудь. Порта нет, может. Не, ничего не делай. Я Пускай. знаю. Нахуй. Не, все ему пизда, он сам провокацию снова. Ровненько. Четко. О, вот это пиздато, я ее ждала. Или ну, рогу, наверное, изи будет. Единичку. А, тебе еще вылезет этот квест сыграть с другом, наверное. После вот этих всех. И там тебе пак, наверное, тоже до него дадут. Кинь четверку, а потом на пятом ходу с монеткой шестерку. Норм. Ебало полетит у него. О как. Блять, как это забавно, они сами бьют эти провокации. Кинь шестерку с монеткой. Почему? У тебя будет мощное существо, ты его быстро раздолбишь. Уорлок. Шестерка есть. Mm-hmm.
два фаербола. А, блядь, да, с монеткой два фаербола и летал. Все, ты выиграл. Или хочешь еще разок этого лиса? Марина. Что? Ну, Марина, лиса, разные эффекты. Там не только всю колоду заполняет. Тьфу ты, то есть всю руку заполняет одинаковыми картами. Там еще разные бонусы бывают. По-моему, он каких-то легендарных существ призывает, трех. Я вижу половину. Это сейчас будут вот эти его солдаты, блядь. Один-один-один, блядь, спамится. Потом ставишь лидера рейда, блядь, и они 4-1 становятся. Я буду сражаться с честью. I will fight with honor. Он сказал. Круто. Да я тебя натяну, нахуй. Слава Украине, как говорится. Бля, не надо было сейчас, короче, это делать. Нужно было на его этих оставить. Чувствую, сегодня мы услышим новую историю. У меня квест на паладина сейчас. Ты за мной следишь? Угу. Я послушаю брончание звуков. Бля, ебаный. А тут я посмотрю, как ты паки открываешь. Хочешь карту притянуть? Хотя больше ничего здесь не остается. Можно ему щиток сбить, но... Такая какая-то задержка. Это же вообще не должно быть. А? Я хочу сравнить, какая тут задержка есть, Няна? Ага, 2 секунды тут задержка. Ох, блядь. О, слушай, это что-то интересно. Сила героя и двоечка? Ты как будешь? Да, я так и сделаю. Надо стол зачистить, блядь. Ну я сдала нахуй эту штуку вот для этих пидорасов. Потому что он потом поставит их 4-1, вот и увидишь. Что приказать? А как он 4-1 сделает? А, лидером рейда. Так он же дает только одну. Нет, другое. Там есть хуила, который вызывает, он ставит, и они все превращаются в 4-1. Этой карты нет, наверное. Должно быть. А нет, это, наверное, который адаптирует их, да? Че, через двоечку пойдешь? Подожди. Ой, бафни ее же. Мы должны очистить солнечный колодец. А, ты это хорошо. Заряжен и готов к бою! Пошел ты нахуй, бля, я и мать твою ебала. Ты сейчас раздолбишь, просто накидай этих существ. Каких-нибудь. А. Ой, силу героя в этого. Да, нахуй. Не-не-не, сломай эту единицу, он же уничтожит 4. Оху, она одна всего. Я жду, чтобы вдруг карта придет, которая единицу убивает. Он их видишь, он долбоёб, у него нет этой карты. Он разбивается сам. Поэтому он долбоёб. И что, блядь, ты мне и лоб уж бить? Ну ты и даун такой, блядь. Просто даун, сука. Какой же ты даун. Тут... Мне кажется, тебе фейербол придет в следующий карт. Так я в разъебое там. Да, я знаю. Ну-ка, фейербол.
Я наизусть уже помню эти карты. О, Кодный тоже прикольно. Раньше чем-то в него играли. Кто там остался? Варвар. Такое. Гул'дан. Да, ты знаешь, как Гул'дан уже отбилит? Ой, блядь. Конечно. У меня почти 500 побед на Гул'дане. Да я тебе вон про это говорю. Да я фильм видел. А, ну нет, вот он. Не стоило напрашиваться. Бля, Гул'дан, сука, ты же есть где-то в Вове. У меня вот эта золотая ДК есть, видел? Которая вышла. О, Гул'дан, бля, я хочу в Героя за Шторм поиграть. Все, надо их сейчас скачать будет. Да ну, они же отстой. Они пиздатые, а я не легкий пиздец. Че, прямо скачивать будешь? А че, нет? У меня там есть на Керриган и всякие эти интересные штуки. О, бля, это я слышал, да? Оттуда люди сваливают в доту. У него уже вообще, наверное, почти никто не играет. Ну, не знаю. Вот, кстати, это дракона там. Пощекочи. Он там пофыркает. Она должна полететь, да? Нет. Хотя я не знаю, я понятия имею, что здесь делать. Мне кажется, да, она может полетать. Тут можно еще цепочку эту подергать. А вот эту льдину, если сломать, там может быть башка короля лича. Да, прикольно. Ну это Синдрагоса просто. Вот она в Вове. Да я знаю, как она выглядит. У меня есть эти... бля, вот я ее пиздрячила, сука. Пиздрячила ее. Весь, блядь, 2008 пиздрячила ее. Ненавижу, блядь, этого босса, нахуй. Там пиздатый этот падает для танков чешуя. Синдрагоса. Хуя он. А как он разбил, если он до дамагу никак? Как же дракончик. Это... Ну да, но это был рывок. Ну вот тебе тоже рывок не был, дебил ебаный, блядь, умри. Заебись юзать адское пламя, да? Его. О. Какие же они боты? Что ты делаешь? Ну, розовая стала. А почему дракончика не пощекотать? Можешь ему зуб сломать, по-моему. Ой, то есть, ну это просто льдинка. Да. А, еще можно палец ему. А, да, вот, еще отваливается. Там еще что-то с пальцем. Я люблю на это залипать. В России у меня прям это, сука. На планшете пиздато это тыкать. Да? Да, когда планшет есть просто пальцами. Ну, в руке держишь его. У меня просто был Шрайд, который... С Райдом мы вроде с тобой тоже играли. Он это... Любил, короче, у него планшет был, я с его планшета играла тоже. С его планшета играла. Блядь, сугуб нахуй. Ты в пизду, сука, дебил ебаный. Разыграй Марина Лиса на 7-м. Да не надо его разыгрывать, блядь, похуй. Ну, уничтожишь эту хуйню вообще. Все в шоколаде. Я хочу пройти быстрее паки получить, короче, эту хуйню. Что там? Не победишь, знаю, победишь. Ебать. Повезло. Я лечу! I'm flying! А, и тебя можно кипнуть, что ты не смотрел? Наверное. Прикинь, блядь. Ну-ка, дай я сейчас на секунду сделаю.
Are you sure you want to remove Funny Fox from special? If you turn alone front, to the main menu, you can prevent order from... А, ты тогда с ним вообще не сможешь тогда ко мне дойти, так что нет, я не буду таких. Я этим займусь! Опа! Плотненько провокация, нахуй, во! Блять, она и забафанная. Что ты шлюху можешь делать? Она еще и 2-2, видишь, из-за этого хуилы. Поэтому они вообще охуенные. А? Из-за двух. А Мурлок этот вообще дает плюс 3 своим. Знаешь, которые за 3. Мы должны очистить солнечный колодец. Мы должны очистить солнечный колодец. Ебать, я даже не понимаю, на английском ничего не говорят. Я не знал английский, я его благодаря Ерову. Пошел нахуй. Ооо, еще и колбу дали, охуенно. Кого дали? Кого тебе дали? Ты все 9 героев разблокировал. Тихо, подожди. Пшух. Круто. И что теперь? О, бля, что это такое? Кобальды и ледяной трон. А, так мне это нужно покупать, да, теперь? Нет, нет. Все бесплатно. Это все бесплатно? Ну да. А раньше же платно было. Нет, все бесплатно. Да ладно. Каражан был платный, это было последнее платное, теперь они все бесплатные. Ебу, я сейчас кончу. Ну, хочешь, сыграй против короля Лича, победишь его, тебе пак дадут. А, так я не умею, ты если мне подскажешь только. Ну, попробуй. А что, только через 2 недели откроются? Ну да, это самое последнее приключение. Это вот просто вот оно выходит, и новые карты типа выходят, да, новые паки. И вот новая такая штука, но она бесплатная, да? Да, там паки будут просто а раздавать. А как? Мне нужно все пройти против него, и вот это, и вот это. Ну знаешь, это такое задротство проходить этого королевича. Так а ты его проходил? Я прошел его за всех героев, но я потратил на это несколько месяцев. Бля, ну ладно, тогда не буду. Бля. Не, ну первый ты можешь пройти, тебе пак дадут. Он вроде не сложный. Ебать, они музыку такую же включили, как в Вове. Ну, у меня просто... Меня на 6 лет назад кинуло. На 10, точнее. Это был 2008. О, господи. Тут еще фразки прикольные. Ты знаешь, что он любит Джайну, да? Нет. Он любит Джайну, но Джайна... Короче, я послала его нахуй. О, Близзард, вот эта охуенная штука. Бля, надо было их заменить. Тут еще, знаешь, всякие фразки прикольные, если... Не стоило напрашиваться. Оборот Гидеон, я не помню, что он делает. Выбирай карты. At the end of your turn, deal two magic. А, мои карты слишком хорошие. Слушай, скажи ему что-нибудь. Скажи ему что-нибудь. Скажи ему что-нибудь. Ну, я сказала ему. Спасибо. Твои мольбы о пощаде никто не услышит. А кстати, знаешь? Твои мольбы о пощаде никто не услышит. Знаешь, что будет, если здесь кинуть этого? Отринь страх, герой! Мы уже в пути! Пиздец, этот чуви! Этот чувила! Этот чувила! Да не понял! Это же его батя, блядь! Да пошёл! О, что, блядь? Вот каким должен быть первый ход. Это честно, блядь? И это даже не агрессивная колода. Блять, он такой мухлёбщик, этот король Лич в это приключение, такой пидор, блять, это пиздец. Мы почти у цели. Как там дела? Нормально? Да, нормально. Тебя ничто не спасёт. Ничего не спасёт, тебя говорит. Моя стрела. Ой, да пошёл ты нахуй, ещё и фростмор ебанул. Ты что, блять, уёбок ебаный. Да, твой рейтинг. Познает страдания. А когда Тирион придет на помощь, блядь? Когда Тирион придет? Когда-нибудь. Держать, герой! А он придет ко мне? Он прибежит? Он ко мне прибежит? Сама судьба поможет тебе. Он ко мне придет вообще? Когда Тирион-то придет, блядь? Он через один всё. Ход. Да ты шутишь. А? Через один я же умерла, блядь. Мне. Попробуй. Тирион-то когда придет, блядь? Герой, мы уже почти...
Что? Что, мудила ебаный? А что бы я сделала? Подожди, я не знаю, что будет дальше. А, да, да, ты просто на халяву пак получаешь. Продолжай. Восстань, маг. Твой долг еще не исполнен. А что я буду делать? Сражайся за меня, и живые будут трепетать. Это ДК на Джайну, короче. Склоняться. Да, это ДК, я вижу. А я смогу такую Джайну себе получить? Ну, это Лего. Нет. Что с тобой? О, блядь, подожди, что я сделала? Дело тут дамочку, дело там меня смотрит вот элементал. А, у меня Тирион, Тирион теперь нужно хуяриться. Ладно, давай, Тирион, иди сюда. Вообще-то мы его выбили. Это то же самое, да, когда ты убиваешь короля Лича на Офе, ну, босса этого. Ты умираешь, короче, и он тебя потом, короче, поднимает. Вот это жесткая карта, ты его уничтожаешь. Какая, блин, тут забавно, тут карта короля Лича есть. Короче, вот смотри, есть Лего Король Лич, это 8-8 провокация, он стоит 8. В конце хода он берет карту, слышишь? Разные, вот там уничтожение, там бафы всякие жесткие. Бля, и как мне его убивать-то, сука, дайте что-нибудь, блядь, Близзард тут звезда. О, хуйня. Слушай, только стой. Только нужно ставить двух драконов, потом Близзард ебенить. Стой, уничтожь... Нет, стой, подожди. Уничтожь двойка силы героя, вот эту 3-1. Силу героя уничтожь? А, силу героя, все, я не то сделала. Ну да, ты не то сделала. Никогда не играла в эту хуйню, я даже не вижу. Да просто сила такая у меня. Возглавь мои орды. О, Dead Coil, ну-ка. Deal 5 минут enemy or restore 5 healer friendly. А, либо так 5, да. Либо ему ебенит голову. Ну давай ебанем ему. Вот шалава ебаная. Могла бы существо, по-моему, ударить еще, да? Нет. Two enemy hero. Can't attack, блядь. А сколько она стоит? Единицу? Четыре. Что за бред? Что за бредовые? Я не могу ее оттачить, блядь. Что ты лобою? А, могу я ее оттачить. Это она не может тебя атаковать. И в чем ее смысл? О, вот этот, бля. Кобылка вот есть. Этот, вот этот пиздатый, короче. Его хуяришь, когда хуяришь на скала, то он будет бафаться. Give a friendly minion. О, 4-4 таунт. О, неплохо, окей. Вот эту карту, кстати, очень часто берут, вот этого дракончика. Часто юзаю. Этого? Да, 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 я знаю. Не мана змея, а вот этого, которого ты поставил. Вот. Сама себя разъебала. Стой, вот эту четверку оставь на потом, она очень полезная будет. Кинь мана змея и заодно баньку. Забафаешь его на следующем ходу. Вот этой четверкой. А вот, видишь, 4 уже дамага делает, потому что я двоих таких поставила. Что-то призывает трех паладинов. Ай, хуй с ним. О! Что приказание? Ах ты уёбок. Можешь шестерку кинуть, а вообще все зачистить. Всё, да, 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 вот я и говорю, ебенить будем вот этой шестеркой. Подожди. Battle Cry of the enemies, Frozen Draw a Card. У тебя пиздатая карта четверка и вот эта вот шестерка. Блядь, жалко вот эта шестерка. А чё жалко, ты зачистишь ему весь стол. Ну, блядь, она много атаки наносит, а у него 20 хп еще. Да хуйня, ты его снесешь потом. Ну хочешь, бафни четверкой. Просто. А, да, бафни четверкой, похуй. Или он сам забафает этих существ. Он может забафать их. Уничтожь их, короче, мне кажется, он их может забафать. Бля. Зря. А, вот, да, он их бы забафал, видишь? Ну, боёк тупой, блядь. Шо ну все, нам? Бафы четвёркой их пиздаем. Заставь их. Стоп, подожди, у меня есть Фростморн. Скорб, у тебя есть ли скорб? Не знаю, скорб. Я хочу Фростморн, блядь. Да, он сейчас все хтельнётся по-любому.
я поняла, откуда этот Джайна. У меня тёлка... Герой! Подожди, дай я посмотрю, что ты там открываешь. Ну-ка. Так, а тебе должен дать ледяной пак, насколько я знаю. Я, короче... Да ладно, тебе просто так дали легу. Пиздата. Охуеть, тебе легу дали. Просто так, заебись. Это ДК на эту, на рогу. На рогу. Слушай, у тебя я есть, могу выглядеть так теперь? Нет, ну это карта. Ну, типа она заменяет героя. А, лор, да ладно. Следующее. Спорим, что следующее это... тёлка, короче, другая. Бля, так это же Фростморн, сука. Там следующее, по-моему, это. Подожди, ты будешь дальше играть? Ну, я хочу посмотреть. Тебе пак дали, могла бы его открыть там. А, мне пак дали? Я не видела. Я просто думала, может быть, за это что-то ещё дадут? Бля, пиздато, что тебе легу дали. Ебать, просто так взяли, легу дали и ДК. Следующая должна быть тёлка. Это просто первый босс целка. Он. Вот, кстати, они все остальные сильные. Ты забьешь все это проходить. Кто, они сильные? У тебя, кстати, стандартная карта. Никто не что? Смеет! Тебе будет сложно. Господина. Чего, блядь? Тебе будет сложно. Ты что, долбоёб, блядь? Что он там? Полностью восстанавливает здоровье. Я говорю, там очень сложно проходить все это. А, ты знаешь, как ты это можешь пройти? Алло. Ну, да. Ты просто бафаешь существо до 30-ки и ему ваншотишь. Иначе ты никак не пройдешь. Да это тогда престом надо. Хочешь купить? Ну да. Да, смотри, он так и будет ебонить. Ну да, я его не убью. Эх, блядь. Ой, я аж уже вспомнил, как долго я ебался с этой херней. Не, конечно, ты можешь два фаербола там закинуть и прочее, все. Забахать. Да, пиздец, он это ебонит в жизни, блядь. Это ДК тоже, да. В смысле ДК? Ну, ДК такая лошадка. Не, блядь, ДК это типа карта, которая... Ну, которая одевается на героя, вот которая тебе выпала. Блядь. Так их называют здесь. Вот он, ДК. Да не, просто сдайся, ты не выиграешь его. Вот он, ДК. А, сейчас я тебе покажу. Ну да, я не помню, как взяться. Эскейп нажми. Магия сокрушит тебя. Эскейп первая самая. У меня нет ушей! Эскейп? Да, вот. Эта партия за тобой. Ну-ка, открой пак, что там тебе было. Вот смотри, у тебя вот есть уже пиздатая вот карта. Это вот это Лего ДК. На рогу, короче, ты на 9-м ходу кидаешь ее, она кидает твоего героя в маскировку, то есть тебя типа, ну, не ударит. Мне не дали пак. Где у меня нет паков? Блять, а значит тебе просто дали Лего халявное. Ну ладно, это хорошо. Лего это пиздато. Так, что у тебя по квестам там? Руку открой. У тебя есть что закинуть все равно. Да, пизда там. Очисти одно место. А что она делает? Короче, смотри, она кидает маскировку твоего героя на 9-м ходу, дает 5 брони, слышишь? И, короче, ты кидаешь, допустим, какую-то карту, да? Mm-hmm. Ты можешь кинуть эту же карту еще раз. Последнюю карту. Ну, допустим, ты там кидаешь, не знаю, пирата там. Потом можешь кинуть еще раз этого же пирата. Mm. Или ты кидаешь это одну карту, карту, потом кидаешь другую, а потом эту же другую ты можешь еще раз кинуть. Вон, смотри, сейчас тебе покажу. Чего? Да, ёпта. Плей, блядь. Хочешь мне буфки что-то показать? Да я тебе не смогу показать, у меня этих... У меня оплачена подписка. Но вообще она должна открыться. Ну ладно, тут, короче, еще дохуя играть, походу.
кого? Ты хочешь короля лича пройти? Да я бы ее прошла, у меня нет карт. Поэтому смысла нет. Там с картами все равно запаришься проходить. Вот это моя основная, это мой воин. Как симпатичненько. Вот ДК. Видишь, у меня такие. А, я понял, почему их ДК называют. Это Dead Knight. ДК. Мертвый рыцарь. Хантер. И приезд у меня еще. Ну, она моя вот основная. 340. Ебанутые. Просто ебанутые. Что такое? Ну, ты можешь платить это 30 дней, ты можешь оплачивать золотом. 345 тысяч голды. Оплачивать игровое время золотом, голдой, да. Блядь? Да, какой ты бред. Золото, ну, в смысле, это как бред. Ты тебя, больной, слушай. Тебя, короче, есть... Пофармить всё это голду. У тебя сейчас есть 100 золота, ты можешь пак купить. Ну, лучше сделай квест. Какой квест? Ну, открой, какие у тебя есть. Вот у тебя... А, слушай, Complete Gameplay Mode. Нет, тебе надо просто сыграть плей. Тебе не приключения надо было играть. Не приключения, мне нужно... Да, нет, тебе надо просто плей сыграть, видишь, плей? Мне вот это нужно закончить. А ты его закончила? А, и что, как я закончу? Не, тебе надо вот плеймод. А, тут... просто закончи игру в плеймоде. А, ну ладно, давай. У него ранкет, ебанём. Да, надо ранкет. Да не, меня сейчас выебут с хорошими картами. Бля, Херсон всегда висит. Я думаю о том, что у меня хуёвый компьютер, но он всегда виснет. Это я забавно. Не знаю, почему он так виснет. Это пиздец, блядь, да. Блять, это забавно. Я думал, у меня он виснет, потому что у меня говно. Нет, видишь, ты видел, что у меня виснет тоже? Он на компьютере за 200к не может он виснуть? Понятно, который, блядь, ебошит все топовые игры. На ультра. Ты сейчас будешь с Джайной играть. Да, блин, интересно, надеюсь, интересно, что за Джайна против тебя будет играть? Это мы еще увидим. Шестерку убери, скинь ее. Я уже это сделала. О, ты можешь единичку, двоечку, а потом троечкой бафнуть двоечку. Подожди, пожалуйста. О, она первая ходит, но у меня дополнительная карта. Монетка. Интересно, чё у тебя там будет? Ну, чё у противника твоего будет? Yes. Жалко, у тебя нету карты, которая уничтожит сразу, ну знаешь, свапнет хп или просто уничтожение какое-нибудь. Как у этого, как у Голдана, у него есть уничтожение через ход. О, у меня тоже эта карта есть. Mm-hmm. 4 на 4, ничего не произойдет. Я тоже поставлю ее, наверное. Пожалуйста, дай мне выиграть. А, блядь, сука, лол какой-то. Бред. Да она задротила Джайна, видишь, золотые карты. Но до сих пор нет золотого окошка. Золотое окошко 500 игр надо выиграть. Я в курсе. Бля, сука. Слышь, я проебу, блядь. У меня нет карт. Ты можешь тройку кинуть, которая бафает один. Нет, зачем? На кого я буду бафать? Ну хочешь, кинь вот эту вот. Если два раза ударит, ты силу героя добьешь. Раз. Не повезло. У меня бесит, у меня нет карт, поэтому... Ну, это вот надо пылить и создавать. Да не надо ничего пылить, просто собирай их кучу. И что будет? А мета постоянно меняется в Херстоуне, нет смысла их пылить. Реально нет смысла. У тебя, конечно, могут быть лишние карты, вот из лишних карт можно что-то сделать. Ни одного танка, бля, нету. О, блядь. Тянул все-таки себе. Пиздец.
Тебе надо не выиграть, тебе надо просто сыграть. Что значит мне не надо выиграть? Конечно, мне нужно выиграть, блядь. Видишь, через монетку. Что-то у меня рука сгорела, нахуй. Он сейчас, если не потратить ногу, сгорит. Там 10 карт, по-моему, максимум. У него... 10 карт, да. Вот, штук 8, наверное. У тебя сейчас 8. Поставь шестерку, что ли? Хотя он сломает меня. Открыто. Карты потеряют. Все равно уже все там. Надо было эту хуйню ебанить. О, господи, фейсбук. Окей. У него его, значит, 2. Ты сейчас пак получишь просто потому, что доиграла игру. Угу. Хочешь эту ёбку? Силу героя, да? Этого Марина. Может, зачем? Быть? Ну ладно. Но мы все равно нечем не разъебем. Ну вот у тебя как раз он будет. Так а как? Нам изначально нужно будет этого убить. Ну да, вот именно убьёшь. Так я ничем не разобью. Да пофиг, она сам по себе со статами хотя бы. Это Пирос, понятно. А слушай, я понял, она через ДК. Это ДК Джейна. Что такое ДК Джайна? Это очень сложная, ну это очень жесткая хуйня. Короче, я ты можешь вижу, да. Сломать провокацию сейчас можешь. Или ты можешь уничтожить ее Эпироса. Твоя магия тебя не спасет. Он не особо опасный на самом деле, ну просто. Я этим займусь. А? Он не особо опасный этот Пирос, просто вот он умирает, потом будет 5-5, потом он умирает 10-10 будет. Я его засалил. Ну теперь да, теперь он только такой будет. Вот, видишь? Он, короче, делает этим с вампиризмом всех. Они отхиливаются, когда бьют. А это легендарка просто изжайна. Как она так превратилась? Я говорю, это ДК. А как так сделать? Это нужно выиграть ивенты, вот эти ДК? Нет. Как такую колоду получить? Или ее нужно задонатить? Паки открываешь, и там а, есть понятно. Это ДК. Там на каждого героя ДК есть. Вот у Джайна очень жесткая вот. Я все равно проиграю. Тут против ДК, да, конечно. Если бы у тебя была хорошая колода, не факт, ты бы выиграл. Джайна с ДК. Понятно, у меня, блядь, эти карты. Это вот почему я не хочу играть с Херсоном, потому что у меня горит жопа. Я не люблю ДК Джай, меня не бесит. Мне нравится. Я не люблю играть против них. Ты знаешь, там вот ты ее пиздишь, она ДК поставила и все. И отхилилась, блядь. И потом ты нихуя не можешь ее добить. Я же играю агро кого-то не всех. Вот смотри, она если добивает свои силы героя, она делает еще и летали. У меня куча секретов там еще. Да, она еще и секреты. Я этим займусь. А в кобальта ты знаешь, короче. Алло. Прикинь, как бы у нее сгорела жопа, если бы я бы ее выиграла на такой колоде. А... то это пиздец был бы. Слушай, короче, это с Ледяного Трона вот эти леди, вот эти ДК. Да, с Унгора были квесты там разные. А с кобальдов там, короче, легендарное оружие. У Джайна, например, легендарное оружие, она в конце хода... Нет, нет, в начале хода она берет, короче, 3 карты. А что вот эти сердечки значат снизу?
Какие сердечки? Вот эти сердечки. А, я говорю, это вампиризм. Она наносит, вот видишь, 3 урона, если. Значит, вы отхиливаете себя на 3 урона. 3 хп себе отхиливает с каждого вот этого. Это оружие. Мы должны очистить солнечный колодец. Уничтожь хотя бы вот этого. Да нет, он мне не даст, он меня убьет быстрее. У тебя, кстати, может заполниться колода чем-нибудь интересным, легами, например. Или нет, не легами, там... Братья, там можно призывать какое-то существо. Или раскопать крутое существо. Ну, короче... А, как, есть какая-то карта, вы раскапываете карту, помнишь? Ну, короче, знаешь, если бы ты убила вот этого своего клада, у тебя появился бы шанс выиграть, может быть, даже. Не, ну против ДК, хуй там. Крошечный сколько. Ну вот почему я очень сильно сейчас опять расстроюсь и не буду больше заходить через стол. А чё настраиваться? Это ДК Джайна, блядь, её хуй убьёшь. И что? Но у меня нет таких карт. Если ты её до того, как она ДК... Я очень долго не играю. У меня нет таких карт. Так нет, фишка и в том, что если бы у тебя была бы сильная колода, ты бы всё равно, скорее всего, проиграла. Ой, знаю, слушай, я ебала и такое среднее. Смотри, колод, что он сейчас сделает, он ударит свою сейчас, вот эту, видишь? Ёбнет. Не, она не ударит, о чём? Она ударит, чтобы призвать. Чтобы что? Чтобы призвать элементаля, она убьёт вот этого. А может и не убьёт, кстати, хуй знает. Ведь тебе не залетарить ещё, в принципе. А нет, можно. Что за хуйня? Откуда у нее второй пин? Видишь, как этот феникс выглядит? Ну да. Слушай, добивай, добивай. Добивай этого. Клад, клад, добивай. Да, 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 да. Сейчас выпадет вот что-нибудь интересное. Вот он. Ну и что, это пирос, типа? Да. Так. По приколу хотя бы разыграешь. А, понятно. У тебя вся колода забита теперь этим. Удивительно. Я тоже хочу ДК какой-нибудь. У меня кровопийц Гул'дан есть. Эти джунгли помогут. Короче, у меня все демоны, которые я за игру разыграл, они, короче, все поумирали, я их воскрешаю своей ДК. Я просто ставлю ДК, и они все кучей воскрешаются. А там есть 5-7 с рывком, страж, всякие там, пиздец. Можно уже залетать на следующем ходу. Mm-hmm. Да он палится. Так что этот вампиризм дает, я не понимаю. Что дает? Вампиризм вот этот, вот сердечки вот эти. Она отхиливается. А, она, а у нее просто фул хп, да? Ну да, как она отхиливается фул хп? Не, я говорю, ее пиздец сложно убить из-за вот этого вампиризма. У нее все элементали будут с вампиризмом и... И что, она... И даже если ты кинешь садин, все равно у нее будет этот вампиризм. О, королич. Красиво, да? Да, что он делает? В конце хода он берет карту. Эти карты, кстати, очень пиздатые. Бля, он давно мог в лицо бить. Почему он не бьет меня в лицо? А он бэймит. А? Он бэймит. Что? Я говорю, он бэймит. Я не понимаю, что ты говоришь. Ну, бэймит, значит, типа, он затягивает игру. Ну, он просто играется с тобой. А, да?
Сейчас деньги! Король лишь сильная карта. Угу. Правда, можно не дожить. Его стало ебануть. Можно не дожить до его этого появления. Да, у меня бывает. Или он может просто летать. Я играла это через Терезгосу. На, не помню на кого. Который изумрудный сон дает. Я даже понятия не имею, что это за карта. Да, легендарно. Блять, смотри, что он творит так. Сидит охуенно просто. А что он делает? Он зафейерболил свою же карту, чтобы потом десятку кинуть. Что потом что? Десятку кинуть. Он понял, наверное, что уже не выиграет. Что, я не выиграю. Смотри. Ну, фиксани, ну, бля, охуенно. Удивительно. Уничтожь её нахуй. А, тебе похуй, ну ладно. Так, у него 5 карт, а у меня 4. Подожди. А что у него за секрет тогда? Не знаю. Существо ты разыграла, заклинание ты разыграла. А, когда в существо, может быть, пуляешь, ударяешь существо, он переносится в другое. А, у него, наверное, уничтожение лежит. Типа ты бьешь героя существом его, и он уничтожает. Ого. Бля. Ёбаный в рот. Блять. Гаун рофлет, ебать. Паладин Африк, что, блять? А, понятно. Куча говна сумбура. Положи это яблоко себе на... У меня карта сейчас скоро закончится. А у тебя еще быстрее. А, он же Умгора взял почту. Сейчас сила героя, наверное, ёбнет по своей. Или по твоей даже. Не, по этой надо, тогда он этого элементаля призовет. Ох, бля, смотри, что он делает. У меня скоро кончатся карты. Она, наверное, копия. А, вот эти две. Он думал, ты какой-нибудь Лего кинешь под конец. А. Да ладно. Да, да. Бронька. Это ж хорошая броня. Очень я думал, что если любой урон наносится, то появляется броня, а там оказывается только есть существо какое-то. Нет, если тебя в лицо бьют. Ну не, ну ты же била ее по этому. Ну эти меня фаерболами била, это другое, существом нужно бить. Вот да, я и говорю существом, я просто не знал этого. Нужно решиться. А просто не подумал про эту карту, я думаю, что же. Но она красиво выглядит. По-моему, Гул'дан ближе всех, как мне кажется. Такой крутой. Там, короче, у охотника ДК, он может сам создавать существ. Прям.
выбираешь, какого тебе надо с ядом, там, с провокацией. Нужно решить. Он специально не ходит. Да, он же Бэйн. Он, наверное, ждет, что вот ты умрешь от этого, от того, что у тебя карта. Да, наверное. Может, это секрет. У меня скоро кончатся карты. У шамана, короче, ДК, он делает своих существ, которые у него, ну, на столе лежат, он на 2 выше делает их. На 2 маны дороже превращает. Так. Нужно решиться. У жреца самая сильная ДК была. Он, короче, как только юзает заклинание, он может снова использовать силу героя. А сила героя у него 2 урона наносит. То есть он мог там, я не знаю, внести где-то... Время истекает. 15 урона за заход. Охерачить вот за счет силы героя. Плюс там под некоторыми картами там все увеличивается. Время пришло! Кого я еще не назвал? А у этого у паладина прикольное еще. Он 4 раза призывает 4 всадников, короче. Типа как апокалипсис или чего. Паладин 4 раза нажмет силу героя. Если этих существ не уничтожить, то 4-й просто уничтожит героя. Неважно какое, там сколько хп у него. Ха, он бесит, потому что я не ливаю. Хз? Да, они обычно бесятся. Ну ты уже никак не выиграешь. А? Я говорю, ты уже никак не выиграешь, наверное. Это понятно. Что он хочет? Время истекает. Время пришло. Время истекает. ДК на этого, на воина, хуйня какая-то. Господи, что это? Что есть реальность? И в лицо хуя. А, ты себе. Тебя пак дадут. О, блин, да ладно. 42, отлично. Ну-ка, о, что это, плей? Подожди, что за квест у тебя? Сыграть? 3 игры, что ли?
Ой, нужно просто сыграть, даже не выиграть. Да. Ну, открой пати. Я поняла, я путаюсь еще. Никита, блядь. О, отлично. Ух ты, глыба на 10 урона. У меня никогда не было такой карты. Да, ты чё, глыба на 10 урона? Вот этот ещё хороший. Для Варлока. Это урон ничего. Да, это урон хороший. О. Вот, кстати, вот этого... Вот этого я не понимаю. Подожди. А просто ты на жреца играешь, сало на него кидаешь на чё-то. А, я обожаю вот этого. Он, короче, туда-сюда свечится и слапает карты. Вот этого, короче, можно за счет него проходить Короля Лича. Там ты делаешь подбор так, что тебе вначале нужны карты. А стой, назад, ты можешь купить этот. Зайди в магазин, в шоп. Купи, короче, с последнего Ведьмин лес. Ниже, еще ниже. Выше, это Унгора. Выше. Смотри. Видишь, вот Ведьмин лес, да? Это последнее обновление. Слышь? Угу, покупай. Да. Короче, ты открываешь 10 паков, и тебе 100% выпадет Лего. У них так в Хирстоуне, короче, работает. Тебе может из первого пака выпасть. Просто там шанс увеличивается с каждым разом. Просто после того, как тебе выпало Лего, ты там, не знаю, можешь классически пооткрывать, а потом снова начать... Ну, открывать эти. Там просто шанс будет увеличиваться. Mm-hmm. Вот у тебя есть новые карты теперь. А, сыграй 3 игры и сможешь это еще один открыть. Ну, я сейчас не хочу пока. У меня пригорело жопа. Ну, как ты обыграешь эту, блядь, Джайну? Ну понятно, как никак. А как я буду поднимать какой-то рейтинг или о какой игре вообще можно говорить, пока у меня нет карт? Ну просто в это не зашло. Я бы тоже, наверное, проиграл, если бы играл против меня. Ну, бля, если бы у меня сейчас были новые карты, я бы выиграла. Даже если у меня была не топовая колода. Здесь даже дело не на карты. Дело здесь на везении и на то, как ты думаешь. Бля, ты что, еблан, что ли? Нахуй мне, бля. А, еще и на паузу ставят. Теперь нельзя пропустить эту хуйту. Ладно, хорошо. Это крутая заставка, мне очень нравится. Не, там была и нова в конце в самом. Прям мега охуительный ролик. Мне он очень нравился. Ненавижу этого пидора. Он из StarCraft, да? Да, он же любит Нову. Это же Диабло. Король Лич? Да, это как Король Лич. Я его убивала, сука, этого Диабло ебаного. Ой, Керриган. Это Тираэль и Нова. А я вот не знаю этого Тираэля. Это из Диабло. Ну да, я знаю, что он из Диабло, но я нихуя ничего не знаю Диабло, кроме самого Диабло. А. Ну, крутая. Я играла в Диабло. А как она, блядь, летает, если у нее сука... У нее крылья. Да? Костяшки. Ну и что? Да, нахуй физику. Ну, против Короля Лича, ну да, блядь. Сука, ебаные Близзарды, блядь. Пацаны, какой-нибудь трешак ебонят. Да не, прикольно. Чё? Ты как... Не, это кроссовер. Они охуенно рисуют. Ебать, там музыка такая ещё какой-то, блядь. Пум-пум-пум-пум-пум. Ты дрочишь на Нову? Новая крутая, ты чё? Ты дрочишь на Диву. Дива крутая. Боже, что это? Ой, фу, мне это не нравится. Какой у меня уровень? О-о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 -
Ренар, блядь.
Что это, блядь, такое? Ебать, потому что я ветеринар. Какой еще ветеринар? Что это? Я ветеран, блядь. У меня 53 уровень, блядь, между прочим. Это... Я очень много что не поняла в эту хуйню. Ты задротила эту поеботу? Да. Зачем? А? Зачем? Керриган. О, рарный скин. Блядь. У них еще и скины разные есть. Да, ты что, я тебе сейчас покажу. Подожди, стой. Это же Ханза, да? Нет. Там есть эти эпики упали. Фу, да пошел ты нахуй. Нахуй мне такой, блядь, скин. Это она на саппорте. О, вот этот пиздатый чел, короче, он, у него инвиз. Я знаешь, как здесь ебошу, блядь, это пиздец, меня все боят весь. О, рарный маунт. И войс еще. Охуенно. Ну, блин, тут еще отстойно даже открытие кейсов. Все здесь охуенно. А это что? Вон пак, между прочим. Пак? Это охуенный скин. Да, здесь пак есть. Это же все Blizzard. Да, хуйня. Кунка. У меня уже такой есть. Эпик маунт. Охуенно. Охуенно. О, Валфурион эпический скин, охуенно. Что? Ты будешь что-то брать еще? Не буду я ничего брать. Вот именно, молодец. Молодец. И что ты будешь делать дальше? Интересно. А что такое 5 days? Не знаю, 5 дней в сети? Я нахожусь в меню 6 минут, вот так вот. Сау, 6 минут прошло с того момента, как ты закончила играть. Ну, покажи-ка мне Пуджа. Подожди, где этот блядь. Бутчер. О, Абатур охуенный. Это все разные герои? А, это я понял, это скин. Я понял скин. Вот эта тёлка, между прочим, вон она. Это Анна, да? Да. Зверочи. О, блядь, тут есть разделение на игры. Прикольно. Да. Пудж будет из Вовки, да? Вот, Артас тут, у него всякие скины на Артаса есть. Ну-ка, открой Артас. Вот. О, прикольно. А где он, Король Лич? Вот. Король Лич по-другому выглядит. Он так же выглядит. О, это Азмодан, это не Пудж, ты чё? О, вот мне где, дали вот это. Где Азмодан этот? Дай я посмотрю на него. Азмодан это этот. Так, Батчер. А вот Батчер, это и есть Пудж. Ну да, вот такой вот. Это пиздатый. В смысле, что это? Это не Пудж, там другой. Это Пудж. Батчер это есть Пудж. А, чё, Гал здесь, да. А где моя? О, здесь есть Алекстраза теперь. Алекстраза, это разве не дракон? А, это дракон, вот она так женщина. Выглядит. Это её человеческий облик какой-то? Ну, она вот её. Так, подожди, покажи мне Пуджа, нормального Пуджа. Вот он и был, я тебе уже его показывала. Нет, это... О, Диву, открой Диву. Ну-ка, покажи Диву. Нихуя здесь Дива есть, чё, короче. О, вот эту открой, последнюю самую. Есть голая вообще. О-о-о-о! Между прочим. Охуеть, близы. Голову Диву сделали. Вон она одетая. Ну тут-то она одетая. Ты не видишь, что здесь у нас голой грудью? В смысле? Нет?
Да, это голая грудь, вон у него пупок. Да, это просто такой латекс. Да, да ладно, латексная. Вот тут не так это видно вообще-то, блядь. Тут просто цвет другой. Да, здесь она голая. И даже видно, что у нее чешуя на руках и на ногах. И жопа голая, да? Посмотри. Это латекс. Блядь, она голая. Сука, вот дебилы, блядь. О, вон кошечка есть. Нет, это не кошечка. Что-то другое. Нет, кошечка вон носит кошачий. Black story, черная история или что? Назад в историю. Вот это прикольно. О, я такую хочу. Блять, тут есть скины, которых нет в Overwatch. Охуеть просто. И это C, а, и это C пиздатый. О, клёвый. Он так ебонит вообще. Горош, прикольно. Ну-ка, подожди, Горош. Бля, так много героев. Гул'дан теперь тут есть. Или Дан. А, или Дан прикольный. Ну-ка, открой этого Гул'дана. Бля, можно я посмотрю? Я тоже хочу посмотреть. Очень давно, меня здесь давно не было. Так. Джайна. У Джайна прикольные скиллы есть. Я хочу такое, сколько интересно он стоит. Так, Джайна. А кто такая Йоханна? Смотри, тут есть этот чел из этого. Из, как его называют? Из Overwatch'а. Килталас, это, кстати, инвокер. Ты в курсе? Да ладно. Да, вот. А знаешь, как зовут инвокера в доте? Как? Кайл. Кайл, ну так и Килталас это и есть. Вот инвокер, пожалуйста, тебе. И он с такими же сферами, он три сферы здесь переключает. Это какие-то истрафные. Кельталас. Кельталас, он, блядь. Кельтузат это другой. А вот, вот Керриган моя. Так, у меня есть вот такой, по-моему, скин на нее. А, Овнет. А, мне вот этот дали на нее. Не, такой дурацкий. Я мне тут, по-моему, оригинальные самые нормальные. О, вот этот прикольный. Ой, блядь, как Overwatch, короче. Да, нет, у меня вот так, у меня вот Овнат это есть. Лёрик? Серьезно? Ну-ка открой Лёрика. Следующий. А, это Лондруид. А, Лёрик, да, вообще-то Лёрик это из Диабло. Я что сказала? Вот Лёрик. Его Лёрика называют этого, Брейс Кинга. Так в Райскинг это и есть Лёрик вообще-то. Ну да, я понял. Я просто не знал, что в Доте есть. Вот я, что у Вовки есть Лёрик, именно таковой. О, кто она такая, интересно. А, говорят, что она пиздец ебошит вообще. Вот эта тёлка из Диабло, это. А, блядь, это прикинь, это ты триплой такой играешь. Боже. Потерянные викинги, пиздец. А, она, короче, хилка, она такая... Луса, я не знаю, кто это. Лунара. А, Лусио это Заверочи. Кто такая? А, Лунара это... Лунара это... Да, это... Вот, как раз-таки World of Warcraft, как её, блядь. Слушай, а по-моему, Лунара, она будет сейчас в Хирстоуне. Это скин на друиды. О, Тираэль. Ой, это Маев, точнее. Это Мартра. Вот тебе, пожалуйста. Это Мартра, да, Маев. Вот что у нее, я знаю, Маева. Но это Мартра, вот она и есть. Мартрет. Вот Мофарион, это этот... Это как его зовут? Фура. Фура, да. Это этот брат этого, блядь. Лидана. Да. Это кто? Стой, подожди. Медив, это я из этого, это из Диабло. Мурадин, это... Ну-ка, Медива, открой, как он выглядит. Смотри, можно за Мурлока играть. Какого Мурлока, ну-ка? Ну, Мурки, Мурлок. Ой, блядь. Прикольно. Только у него какие-то димовые скины. Нет, чтобы сделать его таким натуральным. О, бомбом. Вот, на Зеба мне дали. Пиздец, это рарный скилл. Пиздец. А это этот, блядь. Из... Диабло. Да. Открой Медива. Подожди, я хочу посмотреть. Вот, новая здесь есть. Е, новая крутая. Да, новая крутая.
Пробиус, я вообще такого даже не знаю. О, Рагнарес, охуеть. Еще Рагнарес сделали. Охуеть у него. А правильно, Рагнарес, не Рагнарос? Рагнарес, да. Райнер тут, короче. Рекхар. Пиздец, они герои добавили. Когда я играла, здесь было... Это этот Хант. Когда я играла, здесь вообще героев было, как пиздец, Сару. Не было. А, это Соня, это Барбариан из этого, из Диабло. Хуй знает. Я вообще Диабло знаю, только Диабло. Вот Пудж. Звовки. Как его звать, Поганище? О, бля, ебать, Поганище, в короне. Поганище, да. Вот этот пиздатый. С яичницей, блядь. Он тоже хукает или что? Да, да, он хукает, пиздец. Это я даже не знаю откуда. О, Сильвана. Вот, у меня такое есть на нее. У меня, кстати, на Хирстоун есть. На Ханта. Ты тратишь очки на всю эту фигню? Копил вот на что-то действительно крутое. Что это? Почему я трачу очки на хуйню? Я разблокировала на ее пиздатый стиль, который я давно хотела. А у тебя типа все герои доступны, да? Да. Потому что я задрот, ты не видишь? Блин, а зачем ты задротишь? Дротил бы лучше доточку. Я доту и так задрочу. Мне нравится. Трау? Пиздец, да сколько героев можно? Вы ебанутые, блядь. Я не играла. А где... О, вот Тиранда моя. Ебать, Тиранда. О, у меня есть такое. Кстати, может, Тиранду опять добавят Херстоун? Они почти повторно так... один раз ее добавляли. Но только для азиатов. Ну, хуй знает, там люди как-то спамят все это. А, может, ее да. Можно добавить. А, блядь. Сердечки, ебать. Утро. О, Валерия, да ладно, есть. Это Алерия, это сестра этой. Это сестра... А, нет, бля, это Валера, блядь, это которая Рога. Это Валира. Валира, ну да, да, Валера ее называют. Валло, это из Диабло. У тебя есть так... Валира в Херстоуне. Да, она так ебонит, вот эта баба, блядь, это пиздец. Варяна добавили, это я вообще даже не знаю, блядь, кто это нахуй, откуда он. Из Диабло. Фу, я не видела его. Загара, вот она пиздатая, она, короче, яйца там сажает, и ей очень тяжело играть. Зератул охуенный, у меня такой, он, короче, этот, самый... Это кто, блядь? Это... О, да ладно, Дзуджин! Охуеть, охуеть. И всё. Да, пиздец, конечно. Тут же в этой игре вроде покупаешь героев, да? Или они все доступны сразу? Нет, они доступны. Ну, там... Три новых О, блядь. Ебать, маунт, сука. Ебануться. Копилка ебаная. Так, а где у меня новые маунты? Ну-ка, открой героев, это что? Подожди, маунты на героев. У меня вот такой есть, легендарный маунт. Вот это, блядь, ну да, это пиздато, кстати. Legendary, между прочим. Я его задротила. А самый какой редкий скин здесь? Не знаю, вот такой у меня тоже есть. Какое самое высокое качество? Бля, прикольно. Легендарка. Легендарка? Угу. Баннеры, это я вообще не знаю, что они... Баннеры. Много у тебя легендарок одна? Я не знаю. Откуда я играла, блядь, последний раз 3 года назад. Тут как в доте, надо трон снести, да? Да, здесь пиздато, я хочу сейчас сыграть. Ой, бля, не знаю, наверное, спать пойду. Бля, я только не понимаю, как теперь эти все скины посмотреть. Какие медали. Короче, чтобы получить Тиранду в этой, в Хирстоуне,
Это вот они, когда второй раз ее вводили, нужно было выиграть, по-моему, 25 игр, что ли, в этой Hero of the Storm, именно в азиатском регионе. Блин, я даже не знаю, как играть. Сделаю-ка я квестик на этом. Тут как-то все переделали, пиздец. А, тут да, тут каждую эту... О, можно за нее играть. Господи. Охуенная новость. Глава Роскомнадзора анонсировал проверки и возможную блокировку Facebook. Доброе утро. Facebook? Да. А чё ж тогда не хотят? Блять, это охуенные новости, сука. Как это охуенно? Как же это, блять, охуенно? Только послушай. Starbucks обвинили в расизме. Причиной стал арест двух черных парней, которые решили зайти поссать, но отказались что-то заказывать. Компания проведет тренинги против расизма более чем 8000 кофейн. Как тебе? Алло. Я против золотого ханта сейчас играю. Пиздячик, значит, свалит. Меркнет, но мы будем. Ты ебанутая мразь, а? Ты ебанутая? Ты мне скажи. Это что такое? Что это такое? Это что такое было? Что это такое было? А ну пошла отсюда! Да я ебал, какой пиздец. Бля, если у него секрет на 2, это просто...
Это фиаско, блядь. О боже. Что он делает? Ебать, он просто сдался. Охуенно. Одна карта. Слушай, а это типа неплохо работает, знаешь? Типа, купи какую-нибудь фигню в Hearthstone, и тогда тебе дадут бонусом какую-нибудь фигню в Hero of the Storm. И в Вове. Вот это вот все. Ты что сюда пришла? Что ты пришла сюда? Уйди отсюда! Че смотришь на меня? Уйди, я тебе сказала, отсюда! Что это такое, а? Вот это что такое? Это нормально, ты думаешь? Нормально ты считаешь, сделала? Освободи меня! Суровый рок. Свет меркнет, но мы будем... Ответь за свои грехи! Теперь они послужат мне. Тьма смущается.
приказание. Блять, а где моя лего? О, господи. Карту зачистим. Ебучий кулок. А ты знаешь первую ученицу Рин? Чего? Кого? Первую ученицу Рин. Не уверен. Ну, это какая-то лего на черной книжке. Тьма сгущается. Ебанутая, она прыгнула. Разрушительница. Всего. Опять. Ладно, я спать, у меня уже глаза закрываются. Довольно. Победа за тобой. Да ладно. Ага. Ну ладно, давай. Чё, уже почти 5 часов. Угу. Ладно, давай. Ладно, давай. Ты во сколько завтра проснешься? КЗ. Может, часов 12. Давай. Ты просто пишешь мне сюда под вечер. Окей, напишу. Давай. Давай тогда.